Здравствуйте, меня зовут Титов Владимир Витальевич, являюсь директором предприятия «Белэнергопрогресс». Наша компания представляет торговую марку «Концепт» на территории Республики Беларусь, является официальным дистрибьютором также торговой марки «Маршмит», «Белэнпро». Это принадлежности для парикмахеров, аксессуары, фены, щипцы, машинки, весь электроинструмент для работы мастеров. Также торговая марка «Концепт» — это профессиональное окрашивание волос, уход за волосами, лечение, восстановление. На выставке проходят акции, каждый покупатель от суммы заказа получает какой-то приз, подарок от нашей компании на бесплатной основе. Также представлены цены на выставке, все оптовые и ниже оптовых. Некоторые товары выделены акционными, которые еще дешевле, чем оптовая стоимость. То есть каждый покупатель на свой вкус найдет любой товар по ценовой диапазону, от дешевого до какого-то подороже. Особенно больше новинок косметики. Это вышла у них на новая серия для объема. Это шампуни, восстанавливающие бальзамы, которые придают объем. Также постоянно идут новинки в окрашиваниях. Выходят новые линейки, которые позволяют с минимальным повреждением волоса производить окрашивание или менять цветовую гамму. Там это прям пигменты прямого действия, различные микстона, которые позволяют творить красоту мастерам и просто покупателям. Мы представляем на этой выставке наш ассортимент продукции. Ассортимент постоянно увеличивается. Многие клиенты, мы уже третий раз являемся участниками выставки, генеральными партнерами, там, партнерами проведения чемпионата по парикмахерскому искусству. Мы знакомим наших клиентов с ассортиментом, с какими-то новинками, даем что-то попробовать тут на стенде. Это позволяет расширить наши продажи, начать сотрудничать с новыми клиентами. Приглашаем на выставку «Интерсиль» и приглашаем посетить наш стенд. Только с 7 по 10 ноября. Минск в атмосфере стиля и красоты на выставке «Интерстиль-2019». Косметика, косметология, спа, нейл-дизайн, парикмахерское искусство и многое другое. В рамках выставки Международный фестиваль красоты «Роза Петров» и Кубок Минска-2019. С 7 по 10 ноября в футбольном манеже.